Привет, привет, привет! Песеры с вами. Морж, четверг у нас на календаре, а значит, новая команда недели, новые эпики, слава богу, не бигтаймы Канами, низкий вам поклон, так сказать. И новые соревнования у нас уже доступны в игре. Давайте, как обычно, посмотрим, чего у нас интересного. Все это дело обсудим, номинальные контракты обсудим вечером. Там есть о ком поговорить и кого бы я брал. В общем, все вот это дело. Значит, как обычно, добавляют у нас соревнования испанской лиги. Проходите, получаете бесплатную круточку на команду недели, обязательно проходим, обязательно получаем. Также добавился у нас вот такой вот ивент, как вы видите, смотрю я все это дело на ПК. Почему? Да потому что на мобилке мне, к сожалению, за этой командой недели никто не нужен. Вот. Ивент добавился, значит, как обычно, набираем 4000 очков, получаем ГПшечки, 6000, 7000, тут даже 9000, ну, в общем, такой длинный ивент, аж на 10000, собственно, набора очков, получаем тренеров, получаем ГП, тренера хорошо, ГП пока девать некуда, но, ребят, копите, скоро за ГП можно будет покупать дополнительные места. И вот этот у нас появился, собственно, ивент, такой, с красивым месси, за 600 миллионов загрузок. Что у нас нужно сделать здесь? Сыграть два матча, в общем-то, выиграть два раза, и получите 10 тысяч опыта дважды и 10 тысяч опыта дважды. Снова халявный опыт, в принципе, лишним тоже не будет. Также у нас появились квесты за месси. Уже я видел вопросы в комментариях, сейчас мы их найдем. Так, во-первых, давайте посмотрим пропуска. У нас обновились они. Значит, появился ценный у нас пропуск будет с Диего и Жота, а премиальный пропуск у нас будет с Пепе. Не знаю, насколько кому-то нужен Пепе, но, возможно, если кто-то ностальгирует по мадридскому Реалу, то он пригодится. Ну и Жота для Ливерпуля. Остальное здесь в пропусках осталось, в принципе, все как и было. Куча контрактов, вот, куча опыта. Если вам опыт нужен, то эти пропуска стоит покупать. Что-то можно будет вернуть монетками, так сказать, за прохождение. И здесь есть еще пропуск. Как контракты у нас были же, по крайней мере. Да, вот, пополнение контрактов на 60 дней. Тоже хрень полезная. Не понимаю, на самом деле, почему пропуск сделан на 100 матчей, а потом наград за него нет. Во всех логичных играх в конце самая сильная награда у нас, ну, вы сами видите. В общем, можно играть 50 матчей, 100, если там хотите добрать монеток, так сказать, по премиальному пропуску и добрать продление контракта. В любом случае, пропуска это хорошо, вот, и появились у нас цели новые смеси. Так вот, вопросы были конкретно по нему. Морж, а можно проходить это не за подарочную карту месси, а за обычную карту месси? Ну, насколько я понимаю, да, вот, потому что в описании этого соревнования Konami нигде ничего не говорит, что нужна карта именно месси, которого нам подарили. Многие его просто банально квикнули, и было бы очень обидно, да, не пройти, собственно, эти квесты, только потому что ты квикнул этого игрока, ибо нахер он не нужен. Вот так вот, месси не нужен. Ну, а что поделать, ребят, у нас PES, у нас такая игра. Да, само собой, напоминаю, что все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Если хочешь задонатить на Барселоночку, собственно, на мобилку, пишешь мне в личку в Телеграме, с этим я тебе могу помочь. Ну и компания в честь Рамадана у нас появилась. Где она? Сейчас мы найдем. Если честно, раньше вообще никакие праздники Konami не признавала. Сейчас они вдруг, судя по всему, поняли, что играют разные люди и празднуют разные праздники. А где эта компания вообще потерялась? Где? Вот она. Единственное, правда, что вся компания, это зашел в игру, получил 100 тысяч ГП. И как бы все. Да, кстати, поздравляю ребят, которые празднуют. Поздравляю мусульман. Не знаю, если честно, какого числа Рамадан. Но всего вам хорошего, мирного неба и все дела. Ладно, переходим. Переходим, собственно, к пакам. Ай, бля, как же здесь неудобно. Ладно, на мобилке еще неудобнее, там игроков даже хрен нормально посмотришь. Итак, появились у нас сегодня барсики, за что Konami огромное спасибо, открывать мы их будем завтра. Меня интересует максимально ЭТО, причем Виктор Бая у нас появляется, первый раз в игре вратарь от Барселоны. Кстати, многие ждали Вальдеса, но вот Бая появился. ЭТО, я думаю, будет крайне мега-супер-дупер хорош, максимально быстрый. Единственное, что меня напрягает, ну, как бы раньше у таких игроков был очень даже хороший баланс. Здесь баланс на старте 65, ну, такое себе. Ладно, это все дело мы обсудим завтра. Появились номиналки, по ним мы поговорим вечерком. Я уверен, будет достаточно интересно, там есть хорошие игроки. Ну, и у нас команда недели. Команда недели, давайте глянем, кого нам тут завезли. Итак, нас, как всегда, интересуют в первую очередь игроки, которые сменили позицию. И первый у нас сразу же — это Павар. Изначально он у нас правый защитник, да. Сейчас он получается
получает позицию центрального защитника. У него аж 10 навыков, что очень на самом деле круто. Стиль наращивания, то есть распасовщик. И причем, что мне понравилось, ему добавили удар без подработки. Для центрального защитника, конечно, такой полезный навык. Ну, такой полезный навык. Я понимаю, что этот навык добавляют из-за того, что он хорошо проявил себя в матче. Но сами понимаете, что его что добавили, что не добавили. Использовать в игре вы его не будете. Но повар может быть интересен. Рафинья у нас правым нападающим вроде как и был. Отличной скорости ускорения, хорошее умение атаковать, в принципе, для правого нападающего. Продуктивный вингер, десяточка финтов, тут все у него вполне неплохо. Хави Симмонс, он изначально, если не ошибаюсь, атакующий полузащитник, получает левого, но со стилем атакующий полузащитник. Вот он, кстати, на самом деле может быть на АПЗ где-нибудь 95, ну, как мне кажется, так чисто глядя на статы. Пас низом присутствует, скорость ускорения присутствует, баланс присутствует по навыкам. Да, 10 навыков есть, ну, в общем, такое, можно посмотреть. Труссард, центральный нападающий Арсенал, ну, хорошее ускорение, хорошая дрибла, реализация, умение атаковать присутствует. В принципе, для... Если собираешь Арсенал, я болельщик Арсенала, как вы знаете, вполне себе на лавку сядет. Вот. В остальном, наверное, ничего особо интересного. Чилвелл также получил смену позиции. Изначально у нас левый защитник, теперь он получает левого полузащитника со стилем креативный плеймейкер. Сайты, к сожалению, пока не обновились, когда обновятся, я, естественно, опубликую в своем телеграме, если кто-то хороший получает буст. Наверное, все, больше я никого бы не выделял. Фимпонг, быстрый, баланс, выносливость, ну... Такой хороший бегуночек на правом полузащитнике. Такое. В общем, не самая сильная команда недели у нас на самом деле в этот раз. Вот, поэтому мы ее и будем открывать на ПК. К сожалению, на мобилке мне эти игроки не нужны. А вот из номиналок нескольких на мобилочку я точно возьму. Ну, кстати, по номиналкам, наверное, тоже лучше будет разговаривать на ПК. Просто здесь банально... проще смотреть их статы, навыки и все остальное. На мобилке, вы знаете, у нас постоянно нужно листать, и это на самом деле не очень удобно. Так, начинаем мы с английской лиги. 5 звездочек. Как хорошо, как прекрасно, как замечательно. И игрок Арсенала мне и выпадает из первого пака. Вот так вот, Канами, как знали, как чувствовали. Блин, ему 28 лет, здесь он нарисован, такое ощущение, что ему, ну, не знаю, лет 20. На, собственно... Вы поняли, на образе его в игре. Эх, может, просто хорошо сохраняется. Как я, в принципе, хорошо сохраняюсь, потому что до сих пор люди удивляются, что мне 33 года, а звучу, я не знаю, лет на... года на 22 максимум. Вот. На самом деле, я так и выгляжу года на 22 максимум, только седина немножечко сдает мой реальный возраст. Но если подкрашиваться, то почему бы и нет. Ладно, Франция, 5 звезд. Кто? Это что за покемон? Это хер понятно кто. Вот, как-то так. Ланс, да, если я не ошибаюсь... Вот такой вот товарищ мне выпадает, явно он мне не нужен. Да, ребята, Апенда. Да, советую сейчас не квикать игроков, квикнуть после того, как выйдет обновление, там, где за квик 5-звездочных игроков из специальных нам будут давать продление контракта на 10 дней. Да, 10 дней немного, тем не менее, все равно пусть лучше будет, чем не будет. Ну, кстати, скорость ускорения крутая, ну, остальное так особо не завезли, так сказать. При этом даже 9 навыков и суперзамена есть. Ну, хрен его знает. Когда у тебя уже в колоде карты по там 95, 96, 97, само собой, особо на 91-х не смотришь. С другой стороны, иногда 91-е бывают ой-ой-ой какие, но когда работает смена позиции. Итак, Италия, 4 звезды, ну тут вообще какое-нибудь говно выпадет. Судя по всему, да? Кто ты такой? Лауриенте из Сасаула. Да, уловчик, мягко говоря, хорошо, что я не открывал это все дело на мобилке. Ну, у него хорошие штрафные, у него хорошая скорость ускорения и баланс, и дрибла есть. Остальное отдайте нуждающимся, так сказать. Ну, вот такой вот улов у меня. Пиши, открывал ли ты эти паки, не открывал. Барселону откроем завтра. Вот, по номинальным контрактам поговорим сегодня. Короче, далеко не разбегаемся, видосы еще будут. Все полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.